Добрый вечер, дорогие друзья. Я мастер Фиде Космо Патон Милей. И международный мастер Петр Ангуэн. Добро пожаловать на наш новый блог. Новейший. У нас сейчас много времени, и мы решили создать русскую версию нашего сайта. Тем самым мы можем увеличить количество наших подписчиков, так как более чем 200 миллионов человек говорят на русском. Слева вы можете увидеть внешний вид нашего сайта. И для начала мы хотели бы показать вам анализ моей партии Прачуковский Нгуен. Петр, покажите, что вы там маете? 5 годов назад я играл с самым лучшим игроком Станиславом Прачуковским. Это был первый тур во Вроцлаве. Он сыграл d4. Я пошел конь f6, c4, c5. Ты хотел в Огус играть, да? Ну да, и после d5, я думал, я много играл в Огу, но теперь я сыграл e5. Это Бенони, чешская Бенони. Он пошел конь c3, d6, все нормально, но e4, конь bd7. Далее, как ты хотел развивать слона на e7 или на g7, это полноправные планы, да? Да, но возможно было сразу слон e7, но конь bd7 это потом возможно думать, или я хочу так играть, или так. После этого хода, могу играть. Так, я сыграл слон e7. Да, это более натурально. Да. Так. Теперь как сыграть черными? Черным, возможно играть h6, b5. Или я хочу сыграть f5. Это два стандартные плана в той позиции. Надо что-то делать черными. Да. Это фигуры. Знаете, так, вперед иди, пешками атаковать короля, да? Да, это просто игра. Как сыграть f5? Надо конем ходи. Конем ходи, конь e8. Теперь возможно играть f5. После этого хода сразу f5. Возможно играть EF, потом у белых есть хорошее... Сильное поле на E4 для коня, да? Да. Поэтому пошел на G6. Да. Это тоже стандартный план. Теперь я сыграю F5, после EF у меня есть такой ход GF. Если он бы сыграл слон h6, у меня есть простой ход конь g7. И далее нормально, как в плане, да, до сыграть f5. Да, но я да. Уже скажу, но после, возможно, f5, но можно тоже сыграть конь f6, потом король h8, конь g8, да. И потом f5. Это очень, очень знакомо игрокам староиндийской защиты, да? Да. Это да. Очень известный план. Да. Он сыграл ладья b1. У белых есть тоже план. Он хотел бы на ферзевном фланге сыграть. a3, b4. Да, потом... и потом добраться до пешки d6. Да. Да. Я сыграл конь g7, он сразу сыграл b4. Это был для меня сюрприз. Нормально это играть a3. Но он сыграл сразу. Можно бить на b4. Да, я думал, возможно сыграть так, и конь c5, но... Теперь это
Хороший конь. Ale ja sygrał F5. No ja думал, no что он хотел бы? No, jeśli on by wziął na C5, no тогда ja буду играть конь C5. No теперь ja играю F5. Один темп больше. Да. Ну, он сыграл EF. И после GF F4. Но тоже стандартный план. Но теперь я не могу сыграть F4. Но и если я пойду E4, но я пошел E4, но это так надо играть. Но теперь у него есть хорошая блокада. Да, и не так просто развивать атаку на королевском фланге черными. Да. Да, но он сыграл слон e3 с атакой, но на c5, ну я сыграл b6. И он взял. Ну и теперь у белых есть ну это линия b. Ну и как надо играть черными? Ну у меня есть, ну пешка на e4, но это я уже сказал, это блокада. Но ты знаешь, как сыграть черными в этой Ну, позиции? надо пойти пешкой H Да. и далее разбивать позицию белого короля. Ну да, ну ты знаешь, как играть такие позиции. Но это позиции, но как в староиндийской защите. Но если вы знаете, как фигурами, но надо играть, как ну, пешечные структуры. Ну, теперь вы знаете все. Ну, и у белых нет. Простейшие ходы. Да. Просто. Ну, у белых H5, H4. ничего на ферзевом фланге. Ну, B5 или B6, B7, B8, ну, что? Что здесь? Все Ну, перекрыто. да, ну ничего, ничего. Ну, он пошел ферзь C2, но я пошел конь F6. Ну, возможно было H5, но ale конь F6, теперь конь G4. Это первый, Угроза. да, план. Но он пошел H3, ну и теперь H5 и пешка на G3, но это, ну, Слабость. да. Ну, он играет ладья B3, ну, что он будет на линии B. Ну, я сыграл H4. Ладья FB1. Ну и теперь как? Ну, вперед. Вперед. Конем ходи вперед. Конь Да, G5. разбивай позицию короля. Да, Все фигуры да. к атаке. Но он не хотел сыграть GH, но теперь не было как сыграть иначе. Ну, иначе. Но теперь, если он буду играть, ну, ладья B8, но я взял, но ну и потом я бы взял пешку на G4, G3. Потому что он сыграл GH. Ну и у меня есть простой план. Теперь линия G и H. Ну да. Карл F7. И я хочу играть так или так. Он пошел ладья B8. Но это хороший размен. Та ладья на А8, ну Плохая ладья с да, ну А8 то на активную ладью белых. да. Ну и теперь только надо было играть, ну, подумать как профилактика, ну так профилактический ход сыграть. Но он хотелбы играть конь B5 и потом или съесть пешку на А7 или потом, ну, конь А7, конь C6. Ну, потому что я сыграл конь D7 и А6. Но теперь он не могу сыграть конь B5. Но простая игра. А черные играют на короля. Да, Далее. да. Ну, так. Но он сыграл король H2. Ну, теперь еще, ну, Jeszcze no. Не Jak no. tak płocho u białych jeszcze.
Tak, no. Tak, można zaczyszczać. Tak. No, to jasno-czarny lepsze. No ja wziął pieszku. Moje figury wpierjot. Ladia żadim. No, wpierjot. Koń de Adin. On zaszczyszczaje F2. On chciałby zagrać slon F2. No, rozmieniać mojego slana. To no. Хороший размен. Да. No i może on думает, как сделать ничью, но разменять все фигуры, может быть, ничью. Но у меня есть атак. Ну, я сыграл Да, теперь. блестящая атака. Да. Блестящая. Ну и теперь, как я сказал, ну, у черных есть лучшая позиция. Но он сыграл слон f2, и теперь уже все проиграно. Уже все проиграно. Ну и теперь, если вы хотите, ну, подумать, ну, можете подумать, но Дать паузу на видео. да. И как сыграть черными, ну, это интересные задачи. Ну, если вы подумали уже, ну, теперь я вам скажу, ну, как я сыграл, ну, и выиграл, ну, прекрасную партию. Косма, ты знаешь, как сыграть, ну? Но это Mittelspiel, как это называется, это не эндшпиль и не дебют, вы знаете. Ну да. Надо теперь все фигуры на хороших позициях и что-то должно проходить. И надо сыграть, как Петр надо сыграть. Ну, конь g4, шажок. Но надо взять. Ну и король h1, но я бы взял фигуру. Аще. Ну, теперь видим атак. Но как сыграть? Как дальше? Дальше следующую фигуру отдать. Да. Слоня на g3. Да. Слон g3. Ну, теперь слон g3, конь f4, шажок, слон h3, ладья h3, это мат. Но он сыграл конь g3. Но теперь конь f4 он может играть, но конь h5, ну и ничего у черных. Ну, надо играть лучше. Ну, теперь ферзь h4. Блестящий ход. Да. Белых, ну, надо играть слон h3. Ну и теперь, ну, крем де ла крем. Да, лучший ход партии. Ферзь h3. Король h3. Конь f4. Ну и все. Мат на доске. Партия выиграна. No, to było, no. Ja z udowolstwem grał do tę partię, no, z samym lepszym igrokom, jak ja skazał, no, Stanisławem Proczkowskim. No nie, jemu nie udało się udzierzać presji czarnych figur. To było No. ciężka borba. Хороший дебют, такая активная игра. Ну и что? Увидимся, потом будем показывать вам дальше партии. Да. Да, мы еще планируем сделать дальше анализы партии тоже на нашем сайте, не только видео, еще будут артикулы написаны с анализами. И спасибо за увидение нашего видео. Да, Да. но
Спасибо, до свидания. До свидания.